Одним из распространенных видов мошенничества на сегодняшний день остаются преступления, связанные со звонками жителям города, попавших в беду, либо совершивших преступления близких родственников, когда злоумышленники требуют денежные средства для избежания от ответственности. Сотрудниками уголовного розыска города Саратова по подозрению совершения данных преступлений задержан местный житель, который приезжал к потерпевшему и забирал у них денежные средства. Я заходил в квартиру, говорил, от Сергея Николаевича пришел с документами. Мне давали деньги, чтобы я их потом на счета переводил. Есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории областного центра. Всем, кто мог пострадать от его действий, просьба обратиться в ближайший отдел полиции по телефону 02, либо с мобильного 102.